На пресс-конференции Геннадия Головкина после боя с Ванессом Мартиросяном между присутствующими журналистами и Triple G произошел забавный диалог. Один из репортеров спросил Triple G, не устал ли он от постоянных вопросов про Сауля канала Альвареса. Вот что ответил Геннадий. «Геннадий, ты не устал от постоянных вопросов про канала Альвареса?» «Да, иногда я устаю от этого, слышу только каналы до канала, его стало слишком много». «Может, пресса больше пишет о канале, чем о тебе?» «Это не моя вина, а ваша. Канал для вас бог, серьезно. Нет, это твоя вина, потому что ты должен был его нокаутировать». «О, ты абсолютно прав». Прошедшей ночью Тони Беллио поставил жирную точку в их противостоянии с Дэвидом Хэем, отправив последнего на канвас трижды и победил техническим нокаутом в пятом раунде. После боя Беллио заявил, что хочет провести бой с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Андре Уордом, который завершил карьеру в прошлом году, или с победителем боя Мурата Гасиева и Александра Усика. «Я не знаю, это был долгий путь, но я не знаю, куда это приведет. Я ходячая суперсерия, в каждом бою я как суперсерия. Усик, Гасиев, Андре Уорд, вы даете мне имена боксеров, а я их бью. Просто дайте мне кого-нибудь».